Как можно протащить информацию так, чтобы... Что можно сделать? Стегнография. Что это такое? Рот шифрования. Сокрытие информации. Ну, типа язык придумывается, то есть письменный. Ну. Нет. Использование искусственных языков или малоизвестных языков немножечко не так. Написание слов особым образом, то есть там убирать. Ну это вариант шифрования. Менять букву по определенному алгоритму. Тут на самом деле забавно. Фокус очень простой. Мы берем нужную нам информацию, модулируем ее, ею какую-то заведомо очень большую информацию. Скажем, картинку 5000 на 5000 пикселей. Получаем мы внешне практически такую же картинку, которая очень важна. На принимающей стороне, это у нас исходная картинка, вот наш текст, вот на выходе. Внешне это картинка. Внешне это картинка. После того, как мы из этой картинки вычитаем исходную картинку, у нас снова вылезает текст. То есть мы прячем, типа как коробка. А, там можно, может даже на компьютере, допустим, спрятать пароль. То есть, там, вот есть картинка рабочего стола. Взял и... в битовом выражении, естественно. Есть какие-то битики изменены вот в этом представлении? Цвет немножко. Да, чуть-чуть ушел цвет, еще вот это известно, но алгоритм. Не, ну взяли там, например, в углу там черненькие появились, это мы буквы. Да, может быть на один меньше тон поставить. Хотя же если это на углу, то чуть-чуть вот если на планете можно сомнить. Да. Если у вас глубина цвета 32 бита, вы заметите изменение оттенка на один бит? Навряд ли. А если вы его даже и заметите, вы можете утверждать, что его исходно не было на базовой фотографии? Разумеется. Вы можете утверждать, что когда я снимаю голубое небо, оно все в один оттенок? Нет. Мы даже не можем предположить, что вот здесь вот у нас прячется информация. Не говоря уже об алгоритме, мы даже не знаем, что она там есть. Я посылаю тебе картинку. Посмотри, какое классное фото. Потом я посылаю еще раз. Что-то у меня пришло сообщение об ошибке, у меня фото не прошло, давай еще раз попробуем. Принимающий абонент накладывает две картинки, у него вылезает заложенный контекст. Картинка надо читать. Ну по какому-то алгоритму. А можно же там две цвета разные картинки. Это с помощью программы не делается? С помощью программы. В простейшем варианте можно просто выполнить на умножение с известной прозрачностью и проявится текст. А этот алгоритм односторонний? Ну, в одном смысле, то есть, зная исходный код и картинку. Если мы знаем результирующую шифрованную картинку, да. Если мы знаем ту картинку, которую мы находим, если мы используем простое наложение, ну, в принципе, из любых двух данных объектов можно третий установить, любой. Мы знаем алгоритм. Если мы просто используем наложение, мы знаем алгоритм. Если мы алгоритм... Но если у нас здесь без особого шифрования, в принципе, такой штуки мало кто заметит. Покажите, что эти алгоритмы индивидуальные, или они все по штампу? А дело вкуса. Как хотите. По сути, идея как раз в том, что результирующий вариант, ну, вот этот вот, результат сложения информации и контейнера, внешне не несет признаков сокрытой информации. То есть надо еще суметь догадаться. Понимаете, когда вы получаете зашифрованный архив, скажем, вы уже знаете, что внутри что-то зашифровано. Так? А когда вы... Но это вам не поможет, скорее всего. А если у вас есть информация, что там 931 там из пункта А в пункт Б направлено такой вот зашифрованный информацию. Да, я посылаю тебе то, о чем мы договорились, и замечательный вид из окна. Зашифрованный файл картинка. Что вы начнете ломать? Компьютер,
Даже если вы вскрываете, там ха-ха-ха, информация ушла. В архиве было. Да. Ну что, вскрыл? На самом... А, ну там... Да, можно пошутить. Что такое? А уже поздно. Поезд ушел. Да. Так вот. Укоротился. Да. Ну, вы сдаете путь на информацию, передачу информации на будущее. Суть стеганографии – это создание зашифрованного объекта, не имеющего признаков, шифрованного дополнительной информации.